Участок для голосования номер 16 находится у будинку областного объединения профсоюзов. Выборы менавіта у этом помешкании проходят постоянно, але на гэты раз есть некоторые особливости. На столах членов участковой комиссии емистости с антисептиком. Корыстаться ими может любой выборщик. А проча того, с уликом эпидситуации обмежована колькость назиральников. Одночасово на участку их может быть не больше, как 5 человек. При обовязковом заховывании социальной дистанции. Первые выборщики приходят ровно у 8 годин, когда участок открывается. Не глядя на ранний час, голосование идет достаточно активно. Почему рано? 15.09. Почему рано? Рано, не рано. Нормально. Потому что надо, как говорится, стабильность в стране. Ясно? Флешмоб у виконанні театра танца «Діва» каля уваходу на виборчий участок номер 20 примушає людей спиниться і поназирать за маляўнічай дзеяй. Вибори – гэта не толькі непасрэдна голосаванне, але і магчымасць адпачыць і зрабіць нешта карыснае. На гэтым жа 20-м участку арганізаваная работа супрацоўнікаў Чырвонага крыжа і Белпошты, плюс гандлёвы абслугоўванне з дэгустацыі прадукцыі гомельскіх вытворцаў і мінімальнымі нацэнкамі. Яшчэ адна асаблівасць гэтага участку – выстава распрацовак маладых вучоных Гомельскага дзяржаўнага універсітэта имя Франциска Скарыны у рамках республиканского проекта «100 идей для Беларуси». Сярод представленного на стендах «Разумная теплица» и мобильные додатки. Один из них позволяет батькам контролировать деяния детей, которые находятся на улице. Задача другого – притягнение людей до здорового ладу життя. Приложение «Пляцовка Бай» предназначено для поиска спортивных площадок, а также для ведения активного отдыха. С помощью данного приложения мы можем найти свободную спортивную площадку, либо тренажерный зал, получить различные скидки. И таким образом мы мотивируем людей, молодых людей, заниматься здоровым образом жизни. Вообще данная идея принадлежит Николаю Святогору, это бывшему первому секретарю БРСМ. И вместе с Ильей Головачем мы занялись разработкой. В этом году данное приложение заняло первое место на республиканском конкурсе «100 идей для Беларуси». Старшиня Гомельского облвыканкама Геннадий Соловей не только заусёды цікавится распрацовками навуковцев, але при необходимости оказывает им допомогу у реализации проектов. У кабинца для голосования он практически не затрымливается и подходит до урны. Под успышки фотоаппаратов опускает бюллетень, после чего накировывается до журналистов. Каже, что голосовал за будущее Беларуси и реализацию вызначенных планов, яких, до речи, вельми шмат. Я голосую сегодня за исполнение наших планов, которые мы сегодня себе наметили. И в текущем году вот, завершение строительства двух школ, которые мы сегодня реализовываем, также завершение социальной сферы, других объектов, части и в медицине, это завершение строительства туберкулезного корпуса больницы. И, конечно, за перспективы. И, конечно, самая главная задача сегодня – достойно завершить уборочную кампанию. Для нас самое важное то, что сегодня мы наметили себе планы на следующие годы, которые сегодня подкрепляются нашей позицией, позицией государства для увеличения благосостояния нашего народа. И в первую очередь мы целенаправленно все свои силы направляем на социальную политику и в плане благоустройства населенных пунктов и наведения порядка на земле. И, конечно, расширение сферы производственной деятельности. Также я голосую на сегодняшний день за рождение здоровых детей, за создание счастливых семей и, конечно, за порядок и мир в наших домах и на улицах, за наше самое главное спокойствие в нашей стране. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадо, компания «Гомель».